карма у Дефолта. Идем преследование. Отследить перемещение, пари. Они не должны покинуть корабль. Подключаемся к камерам. Вертушки. Без опознавательных знаков. Наемники Менендеса. Их тут десятки. Стоп. Вот. Вот же. Ты видишь? Это он, это он. Зараза, сигнал пропал. Дефолка включил помехи. Корабль заминирован. Выдвигаемся. Перехватим его у атриума. Что происходит? Мы из ВМС США. Так, надо открыть арсенал, вооружить ваших ребят и подготовиться к бою. Эй, посмотри на меня. Сосредоточься, слышишь? Это ладно. Надо сделать. Так, арсенал охраны. Что случилось? Дефолка взорвал сраную бомбу рядом с клубом. Девчонка у него. Подключи нас к камерам безопасности на этой палубе. Он в торговом центре! Идем! А эта тёлка Карма ему очень нужна! Парить! Дефолка взрывает корабль! Этот сукин сын все еще на борту? Точно не знаю, не вижу! Нельзя упустить этого ублюдка Дефолку! Черт, надо поподнажать, блин! Создай помехи для детонатора Дефолка! Уже выполняю! Открывай! Фарид, можешь взломать АСД на дистанционной станции 55? Станция 55? 55! Готово! Установить параметры. Отслеживать и защищать. Система обороны Калуса готова к ответу на атаку террористов. Система безопасности считает вооруженных лиц врагами. Включай реального врага! Всех вооруженных лиц. Ну, могло быть не хуже. Брикс сильно расстроится, если Дефолка заберет хую с корабля. Это мобильник!
Блокируй сигнал! Ладно, уже действую. Души свет, мразь! Сал, помоги убрать мусор! Значит, без твоих знаний планы Менендеса на Целлерии зайдут в тупик. Это его замедлит, но не остановит. Он найдет способ получить желаемое, уж поверь. Командор Мейсон, сержант Уотсон. Все в порядке, парень. Все в порядке. Где тебя носило? Я уже думал, ты не выкарабкаешься. Какого хрена я там делал? Мертвые не страдают. Это привилегии живых. Будешь страдать, как я. У него есть на тебя планы, парень. Он ждал этого 30 лет, и он рассчитывает на то, что ты будешь его искать. Постой-ка. Фрэнк, ты что-то знаешь? Помнишь тот кулон? Сразу после твоего звонка вчера. Он исчез. Думаешь, у него вдруг отросли ноги, и он сам ушел? Этот человек знает все. Знает каждый твой будущий шаг. Он истребит 20-30 миллионов людей. За его сестру. Как будто это ее вернет. Он убил моего отца, чтобы отомстить тебе. С этим типом все не так просто. Говори, что за херь случилось в Панаме? Я был уверен, что мы взяли его в Никарагуа. Через год он объявился в Панаме с этим дерьмовым Нарьегой. Для ЦРУ это была последняя капля. От Буша поступил приказ приступить к перехвату. И мы с твоим отцом отправились. Хреново вышло. Мейсон. Вудс. Рад тебя видеть, Фрэнк. Взаимно, Алекс. Обходим сзади. Блин, она в бешенстве. Семью я думал, причину в завтрашнем дне. Причина во всем, Марк. Я хочу от жизни больше, чем сидеть и тупо ждать, пока ты не переведешь нас в очередную богом забытую страну. Давай, Фрэнк. Мало!